На далеком заснеженном острове в своих уютных домиках живут веселые пингвины. Кроха, Лоло, Баюн, Трошка, Няшка, Нюшка, Кухля, Пингвик, Бублик и я, Митюшка. Мы считаем до 10. Привет, мои маленькие друзья! Я ученый-пингвин Пингвик. И сегодня мы поговорим о цифрах и о том, как считать до 10. А что такое цифры? Цифры – это особенные символы, которые помогают нам представить количество или порядок объектов. Например, если вокруг нет ни одного пингвина, то это цифра 0. 0 пингвинов. Если вдруг появится один пингвин, мы можем обозначить это цифрой 1. 1 пингвин. А если прибежал еще один пингвин, то цифрой 2. 2 пингвина. И еще один, то цифрой 3. 3 пингвина. И еще один. 4 пингвина. И еще один. 5 пингвинов. И еще. 6 пингвинов. И еще один. 7 пингвинов. И еще. 8 пингвинов. И еще. 9 пингвинов. А как же цифра 10? 10 это не цифра, а число. Число 10 состоит из двух цифр 1 и 0. 10 пингвинов. Считать до 10. Давайте вместе потренируемся считать от 1 до 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. А теперь давайте посчитаем мороженое в нашем любимом кафе «33 пингвина» в Санкт-Петербурге на улице Дыбенко. Мы считаем до 10, мы считаем до 10, мы считаем до 10. Ура! Мы можем использовать цифры, чтобы считать игрушки, печеньки, звездочки и многое другое вокруг нас. Практикуйтесь в счете, играя с игрушками или рисуя числа на бумаге. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. До скорой встречи, мои маленькие математики!